Монстры. Хорошо, что вы снова собрались вместе. На чужой территории. Я слышал о нем истории. Некоторые думают, что он был шпионом. Подумай, Роберт, готов поспорить. Их тела зарыты где-то здесь. Последний вошел. Что это? Сегодня подросток приходит в себя после того, как чуть не утонул. Эй, Бен. С Беном случилось что-то необъяснимое. Он как зомби из «Ночи живых мертвецов». Ты в порядке, дружище? Все нормально. Я его пригласил. Мистер Джинни, детектив. В отставке. Ого, вас тут много. Придется копать братскую могилу. Оно там. Если будем сидеть сложа руки, пострадают дети. И мы тоже. Оно гналось за мной, чувак. Что за тобой гналось? Вы готовы? Это не мы. Кто? У детей какой-то пустой взгляд. Свет горит, а дома никого. Вы преувеличиваете. Дети просто балуют. Джинни! Джинни!